сами разбирать опыт. Ну, модель ведения. Ведение от людей через людей. Собственно, модель называется харизма. А начнем мы с разбора сладкого слова халява. Дальше будем разбираться, как себе эту халяву организовывать. Ну, сперва при помощи других людей, потом уже при помощи организации больших глобальных процессов. А для того, чтобы все это дело заработало, у человека в башке должно быть понимание, что делать трех процессов. Первое. Халява в мире есть. Вот без вариантов. То, что вы хотите, оно где-то в мире наличествует, и просто задача, как организовать грамотно, чтобы оно к тебе подтекло. С минимальным твоим количеством усилий. Это первая мысль. Ну, если кто изучал НЛП, там эта мысль выражена, та же самая мысль выражена: вселенная, среда дружелюбная и изобильные ресурсы. То есть то, что вы хотите, в мире совершенно точно где-то есть. Потому что если хотите, это ограничение нашей психики. Мы не можем ничего захотеть из того, что нам недоступно. Мы всегда хотим только то, что мы можем получить. Может быть, не прямо сейчас, но через полгода, через год, через два. Мой любимый вопрос. Кто из вас ночами не спит, рыдает, его мучает бессонница, он бьется башкой об стену, у него перманентная депрессия последние годы, что он не может купить себе островок в Тихом океане? Прям измучил. Самая главная проблема в жизни. Я. Иди, давай, там сидит, улыбается. Соответственно, если вы испытываете там тоску, депрессию, печаль, грусть по поводу какого-то желания, это значит, что совершенно точно это желание для вас доступно. То есть вы это получить можете. Вопрос в том, как, когда, при каких условиях, это отдельная песня. Потому что если бы оно не было вам доступно, у вас бы не возникало негативных эмоций. Понятно? То есть это прямая связка, что если вы переживаете печаль, ну и там грусть или там сожаление или еще что-нибудь, это значит, что в вашей жизни это могло бы быть. Иначе вы не печались, иначе вы, в общем, жили весело, радостно, вас бы это не парило. Собственно, тут как раз говорят, что халява в мире есть. Что то, что вы хотите, но в мире обязательно где-то наличествует. Просто, возможно, вы еще не нашли. Где же оно?